Всем привет! Сегодня покажу вам, что я буду есть в течение дня. Сейчас я соблюдаю рацион на 1200 килокалорий. Худею я на правильном питании на подсчете калорий. И стараюсь еще соблюдать интервальное голодание. Завтракаю я сейчас в 12 часов, а последний прием пищи у меня примерно в 6-7 вечера. И вот сейчас в 12 часов я буду завтракать. Утром я всегда пью воду, потом попила еще черный чай без сахара и сахарозаменителей. И сейчас у меня только первый прием пищи. И на завтрак у меня сегодня будут два бутерброда. Здесь хлеб ржаной 60 грамм, сыр творожный 50 грамм и куриное филе, запеченное в духовке, 60 грамм. Еще у меня будет одно яблоко 150 грамм и кофе с молоком без сахара. Сначала я съем яблоко, а потом буду есть бутерброды и запивать кофе. Не всегда я готовлю на завтрак кашу. Бывают такие завтраки, как я называю их, еще на скорую руку. Сейчас 2:30 я буду обедать. На обед у меня сегодня будет запеченная курица в томате 170 грамм. Здесь бедро и полкрыла, минус кости, и буду считать как 150 грамм. Рецепт такой курочки в томате у меня есть на канале, ссылку я оставлю в описании. Очень часто готовлю курицу по этому рецепту, нравится мне и всей моей семье. С курицей съем винегрет 250 грамм. Винегрет я делаю без картошки, у меня здесь отварная свекла, отварная морковь, квашеная капуста, репчатый лук и все заправила оливковым маслом. Еще добавляю всегда в винегрет отварную фасоль. Ну, сегодня я заранее не отварила фасоль, так что винегрет без фасоли. Ну, без нее тоже очень вкусно получается. Еще на обед у меня будет один грейпфрут 220 грамм. Возможно, я весь грейпфрут сейчас не съем, но буду смотреть по своему аппетиту. Если что-то не доем, съем чуть позже. Сейчас 6 часов вечера, я буду ужинать. Обед у меня сегодня был довольно-таки плотный и калорийный. Так что на ужин у меня осталось не так много калорий. И в таких ситуациях мне всегда выручает творог. Он хорошо насыщает и не сильно калорийный. И сегодня у меня будет творог 5% жирности, 150 грамм. В творог добавила неполную столовую ложку сметаны. Сметана 15% жирности. И яблоко 100 грамм. Я уже говорила, что последнее время мне очень понравилось есть яблоко с творогом и с кашей. Сейчас это все перемешаю и будет очень вкусненько. Творог буду запивать черным чаем без сахара. Это будет мой последний прием пищи. Сегодня есть ничего не буду. Буду пить только воду или чай без сахара и сахарозаменителей. Надеюсь, мое видео было вам полезно. Ставьте пальчик вверх, мне будет очень приятно. Пишите в комментариях, как вы худеете, что вы едите для того, чтобы худеть. Мне это тоже очень интересно. И всем до скорых встреч!